У рамках дня информования насельства сегодня Гомельскую область наведал вице-премьер Беларуси Владимир Кухаров. Але только с встречами с коллективами предприемцев на этот раз поездка не обмежевалась. Все подробности у наших корреспондентов. Сегодня Гомельский завод «Коммунальник» – один из буйнейших вытворцев широкого ассортимента обсталявания для жилево-коммунальной господарки. Причем не только Беларуси. Его продукция поставляется так само в Украину и Россию. Подчас наведывания предприемства вице-премьера Владимира Кухарова знакомит с планами. Сёлета объемы вытворчасці продукции повинны перевысить 9 миллионов рублей. Это самый высокий показчик за апошние 5 годов. Не в апошнюю шаргу это связано с освоением новой продукции. Поскольку у нас на заводе есть собственное проектное, конструкторские подразделения, мы проектируем и изготавливаем котельные под ключ. Предприятие не стоит на месте, мы осваиваем новое направление. Это производство линий по мусоросортировке. Совместно с лесной отраслью осваиваем производство пелетных заводов. Сконструяваны на Гомельским коммунальнику, смеццесортировочный завод, дарэчы, уже працуе у Витебску. Что тычыцца заводов по выпуску пелет, то в ближайшей перспективе яны повинны открыться у Калинковичах и Мазыры. Подчас встречи с працоўным коллективом вице-премьер Владимир Кухаров намаганне по освоению новой продукции витая, але при этом звертая увагу. После запуску белорусской атомной станции теплозабеспечение жилых домов будет переводиться на электроэнергию. А это значит, что спотребится отповедное обсталявание у значных объемах. Гомельский коммунальник может найти тут свои нишу. На коммунальнике надо отрабатывать эти технологии для того, чтобы мы могли предложить как и для населения, так и для промышленных предприятий оборудование, которое будет использоваться на электрической энергии. Во час визиту вице-премьер Владимир Кухаров каже, что свои проблемы есть у каждого города. Главное, насколько эффективно они вырашаются. У Гомеля это отрабатывается крыху лепш, чем у других областных центров Украины. Подтверждение чему – уручение городу вымпела переможцы республиканского огляду санитарного стану и добраупорядкования населенных пунктов Беларуси. За последние 8 годов Гомель отрабатывает такую знагороду у 5-й раз. Это комплексные задачи, которые позволяют системно решать проблемы и делать наши города еще более красивыми, более удобными для проживания. Поэтому в ходе этого конкурса очень много различных направлений, которые оцениваются. Там нет какого-то одного критерия, а здесь комплексный подход, который охватывает и вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, работу с населением. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гомель».